Всем привет! Мой маршрут пролегает вот через такую красоту. Ну, почти доехал. Полтора часа, по сути, пути на велосипеде. Осталось немного мне до моего хабарного места. Ну и надеюсь, конечно, что там что-то еще осталось. Такое замечательное место. Здесь земля, и такой полупесок, грибочки растут. Еще и маслята. Должно быть, их тут много грибов. Сейчас припаркуюсь и приступим к поиску. Обратите внимание на землю, она такая, вернее, как земля, на самом деле это вон песок. Вот такой вот, вот она лежит, монетка. Сейчас посмотрим. Сейчас по-другому чуть возьмусь. О, ну здесь сохран, конечно, смотрите. Немножко окисла, а так прям вот, это песок. Ну, может быть, нарост небольшой, кстати. Вот. Ох. Чем мне нравится это место, очищается прям раз, и все. Все. Кто копал в таких местах, тот понимает, что это такое. Вот такая вот штучка попалась. Как-то было у меня такое что-то подобное. Вроде бы. Не помню, от чего. Вот, смотрите, состояние какое они. Шикарное. На ней рисунок. Такой рисуночек. Это даже не застежка, не знаю, не помню, от чего она. Вот такая вот хреновинка. Попалась прикольная. Скачет 66, 79 аж. Сейчас выкопаем. Вот так, поглубже. Копаешь, видите, прям песок пошел. Где тут здесь что-то? Сейчас прибором проверил. Смотрите. Монетка. Хотя сигнал был странный. А, нет. Я говорю, монетка. Смотри, кругленькая вроде. О. Это у нас перстенек. Целый? Целый-целый перстенек. Ну, здесь нарост, мне кажется, даже там рисунок есть. Ну, тут нарост какой-то. Еще. Вот такой вот перстенечек замечательный. О, тут как-то спрашиваю, с какими настройками хожу. Да я простые, ребят, настройки. Потому что, так как, что мне нравится Apex, очень чувствительный. И на мелочь, ну, на все, в принципе, хорошо срабатывает. И глубина нормальная. А так, маска вся открыта. Программа Zero. Чуйка, минус одно деление. Здесь... Ну, громкость это там уже как сами захотите. Вот. Громкость железа троечка стоит. Частота сейчас хожу на 20 или на МФ-ке. Канал сейчас у меня 8 стоит, чтобы телефон не срабатывал. Ну, вот примерно как-то так. И вот такая вот находочка. Вот. Трешечка. Нет. О, 35-й что ли? Не знаю, потом в камеру потом рассмотрю, но в камеру-то видно. 35-й год вроде. Вот такая-то. Тем временем погодка шепчет. Вот сейчас вот вышел на бывшую такую полянку. Вот. Сейчас здесь похожу. Наши любимые долгожданные советы. Только что-то я достался этому советику. Ранняя монетка. Вот такая пролетарий. 5 копеек. Ну, что-то она и утертая, и врезанная. И что-то он какой-то тут нарост непонятный. Вот что обнаружил. То ли колодец был. Вот видно, он обвалился, он бревно лежит. Видимо, да, может быть, колодец был. Он так обвалился уже давно. Думал,
где же крестики. Вот. Жаль, конечно, старидовой. Вот так вот его тряхнем. Вот видите, цвет такой не прям, даже более черный получается. Лепесточек целый. Целый лепесточек попался. Тут попадались более ранние крестики. Конечно. Это, вот сейчас можно видеть, как раз вот из-за песка вот такой нарост, весь рельеф такой подзабит. Но на самом деле его просто даже в дистиллированной воде он полежит, отмокает и будет просто идеальный. Потому что на них окислов практически вообще никаких нет. Где-то 5 часов полазил. Воду с собой не взял. Сегодня, кстати, жарко, погода прям изумительная. Все, в общем, короче, как поняли, я уже около велосипеда. Сейчас буду собираться и валить домой. Всем пока-пока.